Радий представити гостю нашої студії Наталю Кошеву, ендокринолога ендокринологічного центру обласної лікарні. Вітаємо вас, дякуємо, що зранку ви з нами. Отож, сьогодні не просто так ми на цю тему поговоримо, тому що вчора ще у вас були заходи, про які ми згодом поговоримо стосовно цієї теми. Ну і, звичайно ж, діабет на сьогоднішній день – це нагальна проблема в усьому світі. Хотілося б дізнатися стосовно України, Миколаєва, яка є тенденція? Чи це ріст, чи зріст, чи спад все ж таки тенденції? Сахарний діабет на даний момент є епідемією нашого віку. Це хронічне неінфекційне захворювання, яке з кожним роком набирає обороти. На сьогоднішній день в Миколаєві около 34 тисяч больних з сахарним діабетом. І серед них 5,5 – це перший тип сахарного діабета, який постійно приймає інсулінотерапію. В Україні около 1,3 мільйона чоловік з сахарним діабетом. Тобто це проблема світова. Я не буду говорити світову статистику. Кожен 11-й чоловік болен з сахарним діабетом. Притом, с каждым годом катастрофа эта нарастает, в том числе это второй тип диабета у нас. А по поводу типа, вот как раз сразу давайте, наверное, расставим акценты. Да, первый и второй тип, потому что понятно, что для людей, которые с этой проблемой столкнулись, мы мало чего нового можем рассказать, потому что они в этом уже осведомлены, я думаю, от А до Я. Но вот для тех людей, которые еще не сталкивались с сахарным диабетом, я думаю, что им будет интересно узнать все-таки первый и второй тип, к какому из типов относятся те или иные. У нас существует два типа сахарных диабета, это первый и второй тип. Если первый тип, это чаще пациенты до 40 лет, это чаще молодые люди, худенькие, активные. Притом сахарный диабет у них возникает резко. То есть они жалуются на сухость во рту, жажду, снижение веса. И чаще это такой тип требует инсулинотерапии. Только инсулинотерапии. Конечно, в нынешний век сейчас меняются подходы. Первые со вторым иногда мы... Но это очень мало, когда идет дифференцировка первой. Чаще всего до 40 – это инсулин зависимый. После 40 – это второй тип. Это диабет полных, диабет пожилых мы называем. Это тучные люди. Сейчас нарастает... У нас больше второго типа. Почему? С чем это связано? Связано с питанием, связано со стрессом, с обстановкой, не надо говорить, да, какая сейчас. Вот. И поэтому второго типа достаточно много. А есть возможность предотвратить сахарный диабет? Как его для себя уберечь? Конечно, есть. Значит, существуют определенные требования или рекомендации. Пациенты должны, люди, прежде всего, это физическая нагрузка. Все мы должны заниматься спортом. Вот. Все мы должны ходить ежедневно, хотя бы минимум 30 минут в день. И питание, здоровое питание, исключение жиров, копченостей, да? Больше овощей, фруктов, белковой пищи. Мы чаще всего все одинаково, да, бегаем в течение дня, а вечером пришли, наелись, это спали. Так и есть, правда жизни на самом деле, да. Но физическая активность – это одно из первых, да, что необходимо, даже уже когда сахарный диабет, то двигаться нужно побольше. Да. Да, конечно. Это основное спасение. По поводу типа мы разобрались, по поводу того, как уберечься. А если уже сахарный диабет, что делать? Как уберечься? И я так понимаю, что с первого во второй тип переходят плавно также люди? Нет, наоборот. Нет, наоборот, со второго в первый, да? Да. А как, может, есть ли возможность, чтобы этого перехода не было, например? Значит, смотрите, четко есть рекомендации для двух типов сахарного диабета. У каждого пациента, если выявлен сахарный диабет, есть эндокринологи по месту жительства, они относятся. Также существуют специальные школы самоконтроля. Значит, есть такие школы в городе и в области, где пациенты, мы обучаем их, что такое сахарный диабет, как жить с сахарным диабетом, смотрю, диета. У нас здесь есть, да, вот такая штука. Они получают сначала... Щеденник самоконтроля. Да, даже, сейчас да? я скажу. Значит, то есть мы полностью обучаем этих пациентов жить с диабетом, как ухаживать за ножками при сахарном диабете, потому что это актуально. Нарушается чувствительность, пациент наступил на что-то, не заметил, и у нас флегмонная гангрена. Это, опять же, инвалидизация, это проблемы для государства. Значит, я для смотрю, этого есть, существуют да. эти школы.
Значит, помимо того, что в школах как следить за собой, мы учим, как вести дневничок самоконтроля. Я вот смотрю, здесь целый график: обед, ужин, завтрак. Да, первый тип сахарного диабета — те, которые на инсулинотерапии, они минимум 3-4 раза в день измеряют сахар в крови. И прежде чем прийти к эндокринологу по месту жительства, у нас есть графики, в которых мы пишем сахар крови натощак, потом он пишет дозу инсулина, что он кушал, и через 2 часа после еды. Значит, чаще первый тип меряет. Если беременные, они меряют 8-10 раз в день, в том числе ночью девочки встают, для того, чтобы она родила полноценно здорового малыша. Значит, второй тип, не который на инсулине, они меряют 2-3 раза в неделю всего лишь, потому что они более стабильные, там диета и физическая нагрузка. Вот. Если второй тип переходит, как вот вы говорили, в какой, кто во что переходит. Да. Значит, если второй тип переходит на инсулинотерапию, это четкое показание для перевода. Это решает врач конкретно с каждым пациентом. Почему это происходит? Потому что исчерпываются запасы поджелудочной железы, понятно, да? Инсулин он был у него, вот, и он стаж диабета нарастает, это 5, 10, 20 лет, и запас этот истяк. Поэтому эти пациенты переходят на инсулинотерапию. Тогда эта категория меряет не 3 раза в неделю, а уже тоже 3-4 раза в день, потому что они на инсулине. Это. Почему так? Объясняю. Сегодня ты с сахаром 3 проснулся, а завтра ты с сахаром 6, а может ты с сахаром 23. То есть обученный пациент четко знает, какую дозу ему колоть, что ему съесть и как себя вести на конкретные сахара, понятно, да? То есть я так понимаю, что вот этих школах как раз и обучают, как правильно, быстро это определять. Да, эти школы, конечно, очень тяжело наше население загнать, которые не ходили в обычные школы. Но мы стараемся, конечно. Но эта проблема все-таки приводит сама. Конечно, особенно, вы знаете, молодежь настолько активная сейчас, они умнички. И мы всегда говорим, пока ты не обучишься полностью в школе сахарного диабета. Если он в обычной школе не знал, что такое 2×2, то ты, говорю, у меня вспомнишь биологию, химию и все остальное. А как вообще определить признаки диабета, если человек считает себя здоровым, а у него такое заболевание есть? Значит, при сахарном диабете, я уже говорила, да, первый тип классический, сухота, да, сухость во рту, жажда, частое мочеиспускание, запах. Но это бывает как бы... Это при первом. Да. А при втором, значит, там особенности в чем? Второй вообще ничего не чувствует. У них все всегда хорошо. У нас все прекрасно. Жалоб никаких у пациента нет. Приходит на прием чаще всего или к гинекологу женщина, или к стоматологу с пародонтозом, да, или к гнойно-септическому хирургу, и мы случайно обнаруживаем сахара 20. То есть это не мой диабет, он подкрадывается тихонечко и приходит уже с осложнениями. Вот. То есть здесь, скажем так, по принципу живешь и не зная проблемы, и все будет хорошо, не получится. Нет, нет, да. Вот здесь вот надо пораньше. Правильно вы сказали. Вот, очень много пациентов обидно. Я як їв, так і їсть буду. Там мені оце нічого не треба. Ні, треба, тому що це проблема, я завжди говорю, у вас дітки, проблема ляже на їхні голови. Зачем вам? Ви осліпнете, ви станете, у вас будуть проблеми з ногами, у вас з тим. Об'ясняєш їм. Смотрите, значит... когда люди нічого не чувствують, все хорошо, да, вот не мой діабет, ви говорите, да, но що стане критичною точкою, якщо вот не знати, що у вас... Я критичні точки не хочу говорити. Давайте профілактику. Давайте тогда о профилактике. То есть я так понимаю, что критическая точка там будет... Критическая у нас у всех в жизни может быть. А профилактика — можно просто следить за собой, раз, да. Чаще посещать, если вы уже установлен диагноз сахарный диабет, четко есть диспансеризация, называется. Пациенты должны раз в полгода сдавать общие клинические анализы, кровь, мочу, липидограмму, контролировать сахара, посещать доктора-эндокринолога, не коли припечая, когда действительно... Но вот если больной с сахарным диабетом будет придерживаться советов, которые в школе сахарного диабета, он может жить спокойно, конечно, нормальной жизнью? Конечно, и, соответственно, продолжительность и качество жизни для него и для государства это лучше, конечно. Этот человек проживет, как мы, как все обычные. Мало того, ВОЗ сейчас, у них новые подходы, они осмотрели, у нас, конечно, наверное, это не для Украины, вот, что количество, стаж
Жизнь с диабетиком ничем не отличается, как у здорового пациента. Угу. То есть диабетики могут дольше прожить, чем здоровый человек. Почему? Если он контролирует сахара, контролирует артериальное давление, липидограмму, он в жестких критериях живет. Человек, который занимается спортом, да, здоровый. Занимается собой. А здоровый, да, все нормально, можно расслабиться, кушать, хочешь, что и делать. Да, вот отследили вот такую тенденцию. Угу. Но у нас чуть-чуть, видите... Тенденция немного другая, да? Да, да, но мы стараемся. Стараемся это все решить. Да. Вчера в Фейсбуке вечером уже увидел фотографии, которые у нас есть, тоже можем показать зрителям. А что было за мероприятие? У вас проводилось, вот мы уже видим эти фотографии на экране сейчас. Есть, да. Что это за мероприятие, посвященное, как видим, и знак этот, символ, посвященное было, и что проводили, для чего? Это было тоже профилактическое какое-то мероприятие? Значит, Всемирный день диабета отмечают с 1991 года. Значит, в Украине этот день отмечают с 2007 года. В Николаеве тоже, я не знаю, точно не скажу, с какого года. Мы в этом году впервые провезли этот день диабета для жителей области. Угу. Для чего это делалось? Потому что как-то область вообще не охвачена. То есть люди, особенно молодежь, детки первого типа диабет, у которых они не получают информации, у них нет поддержки. И мы хотели как-то что-то для них создать. Мы создали нашу, выделили ассоциацию с девочками, с мальчиками активными. Вот, и сделали наш областной день диабета. В этот день, перед этим днем диабета, вы, может, видели, не знаю, идея Евро у нас впервые в Николаеве прошло, там, где активно участвовали пациенты с первым типом сахарного диабета, ребята. Вот, и вот в субботу в этом мы поздравили этих активных ребят, активных девочек, которые помогали участвовать в дне диабета, подарили глюкометры, в том числе мы подарили бесплатные направления в лабораторию. Есть такой у нас уровень гликированного гемоглобина, который это все на плечи пациента, это все же деньги. Поэтому мы хотели как-то облегчить, да, облегчить и мотивировать. У нас есть отличники школы диабета. Вот, их поздравили, активных ребят поздравили. Также я видел, что глюкометры подарили и медикам, да, которые. То есть все получили подарки в этот день. Да, медики, которые в тяжелые, трудные минуты всегда рядом. Это реанимация. У нас одна из лучших реанимаций терапевтических. Они молодцы. На них, на ихние плечи ложатся самые тяжелые больные области. Ну что ж, будем надеяться, что тенденция, которая есть на сегодня, что рост и рост количества больных на диабет, но будем надеяться, что эта тенденция все-таки сломается. Конечно, конечно. Благодаря работе вашей, активистов, таких молодых людей, которые подключаются к этой проблеме. Ну и самое главное, всем зрителям нужно сказать единственное. Занимайтесь спортом, следите за собой и не ждите до последнего, чтобы не было уже того момента, когда вернуться на точку какую-то уже невозможно. Посещать врача, просто семейного врача. Помните, когда-то была диспансеризация, нас заставляли, да, проходить гинеколога, флюорографию, сдавать общеклинический анализ. Это все-таки надо проводить, особенно после 40 лет. Общей крови. Не по принуждению, а с целью безопасить себя. Да, да, обязательно. Ну що ж, дякуємо вам за те, що завітали до нашої студії. Я нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні спілкувалися із ендокринологом ендокринологічного центру обласної лікарні Наталією Кошевою. Дякуємо вам.